Тум-пум-пум. Проверка микрофона. Или как там обычно говорят? Раз-два-три. Проверка микрофона. Доброе утро, друзья. Вы на канале Hardcore Tavern. С вами трактирщик Амоним. Продолжаем проходить Age of Wonders 4. Кей, 13.50. Добро пожаловать в наш Discord также. Да, я видел, ты зашел. Тебя там угостили элем. Все прекрасно. Шерстяной. Привет, охотник. Доброе утро. Всем остальным в чате, кто с нами... Естественно, дайте 5. И, конечно же, с днем носителей хаоса. Сегодня такой у нас день по календарю таверны. Вы могли уже это видеть подробнее в наших соцсетях. Там, где вам удобнее. Везде есть расписание стримов, анонсы и так далее. Леди Васнима, здравствуйте. Так, ну а мы начинаем. У нас сегодня заканчивается прохождение Age of Wonders. Потрясающей игры. Я супер клево провел. У меня, кстати, волшебная цифра. Мои любимые цифры, ребят, в ряд. 111 часов я провел в Age of Wonders 4 на момент этого стрима. Потрясающая игра. Ну, прям реально огонь. Я вообще не ждал от нее ничего подобного, но она оказалась прям вот у меня в сердечке теперь. Вот, и сегодня мы завершаем, я так понимаю, если все будет нормально, конечно, прохождение. Если раньше закончим, то... Пойдем Darkest Dungeon завершать, да? Сегодня как-то две игры прям заканчивались. Уходит эпоха, так сказать. Ну, давайте начинать. Хорошего всем времяпрепровождения. Так, а сегодня у нас среда, да? Ну, последний день спонсор нашего магазина Rockman, да? Я так понимаю. Потому что у нас заканчивается реклама. Как-то так. Покупайте игры Rockman в магазине, да? Вот здесь вы можете найти его, если кому интересно. Рекламная оферта, так сказать, ответственности не несем. Если есть какая-то информация, что вас кинули, сообщите. Я не буду рекламировать недобросовестного продавца. Вот. Ну, поехали. Музычку на паузу. Хотя она такая офигенная. Ну и тут, кстати, классно. Я, кстати, удивляюсь от музыки Age of Wonders. Она мне чем-то прям... Героев напоминает. Я в героях примерно так же залип в музыку. Прям ее приятно, она не надоедает абсолютно. И здесь так же. Здесь такая же фигня. Жесть, да жесть. Загрузить. Хочу тут Windows обновить до 11. Но у меня все сгорит на диске C, я так понимаю, да? Мне так страшно это делать, потому что у меня там все программы. У пардов хорошая музыка. Да, да. Вообще офигенно. Мне нравится музыка в сериях, соответственно, героя. Spellforce вообще. Обожаю музыку Spellforce. Вообще просто бомба, любая часть. Значит, мы вчера остановились на том, что я хотел захватить Астер, да? Я его захватил, но тут ничего такого особенного не было. Тут всего два отряда было врага. Вот. И, собственно, пошел вот сюда, как я и говорил, да? Ну, и типа нет смысла вот это все стримить. Тут просто механические, так сказать, действия. Без каких-то активных. Боевка, да, я пропустил, к сожалению. Тут была очень крутая боевка. 6 армий у него было, по 6 юнитов сильнейших. Вот. Вот с такими там, со всеми чуваками. Удалось их победить, вот как видите, просто на последнем издыхании. Супер сильно зарешало то, что мне рассказали. Я, мне кажется, не прошел бы эту игру, если бы мне не рассказали. О том, что у продавцов твоих союзников... Есть невероятные артефакты всякие просто. Жезл массового исцеления. Представляете? Жезл массового исцеления просто это просто жесть. А он стоит 240 монет всего. При том, что можно им наторговать этих шмоток с бомжей выбитых и все. Если бы мне не рассказали, я думаю, я бы не прошел так карту эту легко. Ну так вот, и в чем суть? После того, как я узнал это, я начал торговать. Активно вести, так сказать, торговлю с нашими союзниками. Наторговали лапку паучьей королевы, которая мало того, что резисты дает офигенные, к отравлению там базовой атаки добавляет, еще и призывает случайного паука. И можно, кстати, убрать скилл ядовитое оружие у нее выученный и взять другой полезный скилл, кстати. Вот. Рок мы выбили, 5 хп регенит всем на глобальной карте, даже если ты не дома, это хорошо, ну то есть подхиливать отряды. Потом, собственно, жезл исцеления. Можно заменить на жезл воскрешения, но... Я у нее в навыках взял скилл воскрешения, возрождения. Ну, то есть, это очень крутая страта против хоть кого. То есть, отряд убили, ты его воскресил, это круто. Прям офигенно. Прям просто офигенно. Вчера 8 отрядами 3 полных стака затащил. Через мораль, говорит. Прикольно.
Ну и у меня тоже такие битвы были. Я вам в Дискорде скидывал. Я с 6 отрядами вот такими. Ну вот один отряд героя, короче, убивал 3 стека бомб. Сильных юнитов. Да здравствует король Илюха! Приветствую. Age of Wonders финал, говорит, по-моему, я уже читал. Ну там длинные большие карты, я не ожидал, что такие большие. Вот, собственно, арбалетами торговали 4-й, небесная игла. Не то чтобы он прям супер сильный, но когда нужно, может бахнуть. Потому что у него, видите, армор игнорируется, 5 брони. Но небесная игла наносит воинам на линии 3 клетки, 50 урона. Ну, то есть, кто рядом с ними стоит, прошивает насквозь. Собственно, маски плюс точности там торговал. И вот эти сапоги странника Астрала. И защита, и саппорт, и без... Короче, может через юнитов ходить. И воин... типа, не провоцирует неплановых атак, то есть лучникам зашибись. Еще и 5 крита. Хотя крит и так вроде максимальный. Потом. Кто у нас там еще есть? Еще, давайте, второй, третий герой, которого мы наняли, он всего 7 уровень. Ничего необычного. Собственно, жезл воскрешения мы купили, чтобы воскрешать. Просто офигенски. У него вызов элементаля. Палочку купил, подчинение. Не покупайте ее, полная шляпа. Очень низкий шанс вообще, потому что это божественные юниты у него против нас, и они у всех очень высокое сопротивление дебафом вот это вот. Там шанс 29 типа процентов починить и так далее, очень низкий шанс. За Саурон, да, играем. Ну, это не я играл, у нас чат выбирает, кем играть, аукцион был. Собственно, кольцо можно даже поменять ему. Кольцо убийцы. Дает способность жестокий убийца. Убив врага, этот воин применяет удвоенный штраф к боевому духу и удвоенный бонус к боевому духу для своих. То есть вообще офигеть. Вау. Ничего себе. Ну, это всяко лучше, кстати. Купил сферу осквернения третьего тира оружия. Ядом бьет и холодом. Я специально ее купил, потому что у врага у нашего уязвимость к яду и холоду. Я подумал, что это неплохая такая штука будет для нас, да? Плюс невезение накладывает. 3 раза бьет, каждый раз невезение. Это будет, считайте, по минус 30% шанс неудачи. Неудача — это на 50% ниже атака. Это круто, как бы. Ну и вот. Та же маска, супер доспехи надо сменить, кстати, на астральный шаг. Вот так вот, да. Тяжелые латы не позволяют двигаться и лошадь иметь. А у нас их и нет, мы все продали. Ну и броня, просто пусть будет броня. В ближнем бою, но другой пока нет. Андрюха, всем, ребят, доброе утро, кто приходит в нашу таверну. Из трансформации у нас добавилось сосуды хаоса. Сосуды хаоса. Мы... Ну и наша героиня главная, кстати, вот она. Восхитительная форша, крепкий узел. Да почему верь в свет, сука, я уже 50 раз настраивал там. Извините, пожалуйста, ребят, я не могу. Я не могу понять, почему верь в свет, говорит. Врангин, так ты паладин. Блять, я понял, почему верь в свет. Ох ты ж, ё-моё. Врангин, ты же не паладин, а лорд? Я правильно понимаю? Блин, нифига себе допёрло. Он берет с паладина твой ранг. О! Ничего себе допёрло-то до меня. Вот он, герой! Спасибо за фоллоу. Апостарион. Надеюсь, правильно читаю никнейм. Да, было повышение. А он с предыдущего ранга твой никнейм берет. Сейчас я все сделаю. Так, с паладина-то я не смотрел тебя, я проверил тебя в лордах. Ты был давным-давно у нас в списке. Я просто сейчас покажу, чтобы вы понимали, где я запутался. Вот тут вот список где-то. Вот здесь вот. Надо было в ранге найти, видите? Вот он потерялся у нас здесь. Чипуньк. В ранге нас сохранить. Так, все. Сейчас кое-что проверим. Там фиг найдешь, блин, в этом. Хитросплетение. Я все обновил. Заходи в ранген по новой. Давай, выйди и зайди нормально. Как лорд, которого таверна заслуживает. Так. Ну, давай. Ну, где ты? Ну. Мы ждем. Ждем. Я все обновил. Так, блин. Ладно, потом сработает, может. Потом, сейчас он додумает там что-нибудь. Короче, наша героиня. Кольцо вампира дает способность вампиризм. Прикиньте, да? 10 за первый выстрел, 5 за каждый второй. То есть, по сути, за 3 удара выстрела можно получить 20 временного хп. Клево. Убийца чудовищ. Увеличенный урон крупным целям. Что неплохо, всяких драконов мочить. Потрясающая премудрость Анона. Ну,
Анона, я не знаю, в общем. Два сопротивления и сопротивление эффектом. А еще при использовании заклинаний базовая атака воина на три хода получает все стихии к урону. Так. Да, он уже написал, алерт не сработает. Там просто бот еще под ней обновился. Не знаю, не так быстро подцепляет все. Ну и, собственно, вот, пояс берсерка. Когда здоровье вашего воина опускается до 30, он получает дополнительную силу, берсерк и стойкость. Короче, не может упасть хп ниже одного. В общем, фигачить будет, дай боже. Вот, сам по себе всех подряд бить. Ну и вот. И да, и задумка этой игры, точнее, как задумка, она случайно такой получилась. Я обезумел, ребят. Меня лучник головного мозга схавал. У меня в армии нет ни одного ближнего боя. У меня все лучники вообще. Одни лучники. Не то, что все. Одни лучники вообще. Всю игру. Вот эти безумные, вообще просто безумные крысы со 100% шансом критами. Нет ни одного вообще ближнего боя. Это самая бредовая тактика, которую я играл. Лук. Так. Я обожаю лук. Я тут поставил сбалансированный доход, в общем, уже не парюсь. Почему? Потому что, как вы видите, карта красноватая вся такая стала, да? Это потому что век хаоса наступает. Наступает век хаоса. У нас Яко Безумный читает заклинание победы. И если ему никто не собьет, собственно, эту фигню, то через 5 ходов мы победим, я так понимаю. Но предпосылок к тому, что мы проиграем, вроде пока нет. Ну, в общем, ждем, я не знаю. Да, тут прикольные темы всякие такие. Когда их читаешь, все меняется. Типа, и вот все красное, потому что, ну, приходит, типа, бездна, этот ад приходит, типа. Апокалипсис. Ну, типа, прикольно вообще. Андерсити наш, да? Так, давайте-ка. Сбалансированный доход. Все, пусть там сами добывают. Мы город штурмуем, да? Ну все, штурмуем тогда. Война, говорит, окончена. Свободный город. А у меня что, война с ними была? Что? А, его захватило Немуи. Окей, отлично. И теперь там... Ничья, да. А я могу, кстати, шепчуками туда дать, я так понял. Верь в свет! Да хотя нам пофиг. Аскетович, здорово! Доброе утро! Таверняшки, говорит, всем по кружке пенного капучино. Только потом такая куча врагов приходила. Ну да, ему отдефать надо будет. Он местный дзинч, ну, типа того, наверное. Ой, что-то звуки какие-то странные происходят там. Что-то все... Все происходит странно. 17, представляете, город надо будет захватить себе. Этот город. Я, наверное, сейчас лимит городов сделаю побольше. А потом я хочу двинуться на его столицу. Хранителя, святилище. Я думаю, там будут бои еще интересные. Сам, говорит, повоевал. Сам закончил войну. Сам порадовался. Какой самостоятельный народ. Это да. Так, наш ход. А, один ход до осады. Я просто изучаю заклинания, как бы... какие-то полезные. Не то, чтобы я стараюсь максимально что-то изучить. Я решил играть самыми дешевыми воинами, самыми дешевыми магиями. Вообще без запарок. Ты не успеешь, 6 ходов. Ну, посмотрим, вдруг собьют или еще что-то. Всякое, знаешь, бывает. И я так играть решил, потому что меня душили с самого начала очень сильные враги. Ну, вы помните, какое начало было. И пришлось как бы не в лейт развиваться, а быструю агрессию отбивать. Ну и вроде получилось, все отлично. Кстати, заходил там к людям, общался, они не понимают, что... Говорят, невозможно так убить, типа, лучниками первого грейда, типа, вот этих чуваков, которых я убивал, типа, магов и так далее. Я говорю, вообще изи, разваливаться без потери. Так, говорит, не может быть. Прикольно, что ты делаешь невозможное в лице людей, ну, в их глазах. Так. Рушишь, так сказать, стереотипы. Ну, по идее, надо книгу Рая брать. Тут защита от всяких дебафов, плюс увеличенное здоровье, как бы, для юнитов. Это очень полезно. С другой стороны, я хотел в трэш прям вообще трэшак. Хотел плодовитость взять, чтобы моих лучников крыс было много. Ну, как бы, типа, для отыгрыша это нормально. Крыс должно быть много, правильно? Мы же за крыс играем. Я поэтому и хотел вот эту штуку взять. По-моему, очень прикольно будет выглядеть это. Как вы думаете? Давайте возьмем. Чего нет, будет крысики. Они еще передвигаются так смешно. Плюс 20% урона, опять же. Книга неразберихи.
буйство. Не знаю, давайте книгу Орды реально возьмем. Хозяева Орды опираются на численное превосходство и знают, какой силой обладают доведенные до исступления массы. Перед сворами боевых гонщик не уступят, ни могучие рыцари не устоят, ни хитроумные колдуны. Враги недооценивают количество наших рабов и не ведают, как мало мы ценим их жизни. Непростительная ошибка. Вождь крысолюдов. О, видите, какая фигня. Это как раз вождь крысолюдов. Совпадение? Так, все дружные воины ранга 1 получают эффект дополнительной силы. Блин, клево, вот рангом 1 как раз играть через эту штуку надо. Просто делать толпу. Так, плодовитость. Один ход. Нормально. Как раз на следующий, кстати, ход осада будет, и мы плодовитость возьмем. Плюс 2 к дальности обзора на глобальной карте. А я возьму, кстати. А, только разведчики могут, да? Разведчики. Пум-пум-пум-пум. Ну, снежную бурю тогда им бахну. А, у него глушилка заклинаний. Ничего себе, он тут подготовился. Новый навык для развития империи доступен. Я хотел плюс город взять, кстати. Включить число городов на один. Блин, тут еще покруче есть. Стоимость перемещения дружных воинов в ваших владениях уменьшается на 2. Блин, это вообще круто, кстати. Всем привет, Краш! Здорово! Здорово, Крош! Ваш воин дополнительно восстанавливает плюс 1 хп здоровья за каждые 2 очка перемещения, остающихся у них в конце хода. Если стоят на месте, то есть хитится хорошо, да? Ваши воины получают 20 к боевому духу в начале каждого сражения, где они обороняются. Все действующие воины на постоянной основе получают к защите и к сопротивлению. Блин, ну это же must have. Я беру, это как бы... Ой, подождите-ка, что там еще было? Стоимость содержания воинов ранга 1 занижена на 30%. Вау. Клево, слушайте. Жалко. Крысососка в деле, да? Как говорится. Ну что, пропускаем ходик и осада. Может, сейчас что подойдет сюда. Замок был космический вообще. 17 юнитов, прикиньте, здесь. Это очень большая, как бы, столица. У него в самом главном городе тоже 17. Ну, то есть... Мы 9 ходов осады делали, или 6. Ну, 8 ходов со всеми осадными проектами. О, привет, здорово. Как дела, Сайбер? Амон, чади, здрасте. Блин, конечно, я вообще в шоке. Заходишь к людям, короче. Они говорят, вот Амон играет в игры, которые никто не играет. Знаете, неприятно такое даже слушать. Что значит игры, которые никто не играет? Что за бред, да? Если вы их не играете, типа, это не значит, что это игры, в которые никто не играет. Да? Вам бы приятно было такое слышать, чат? Age of Wonders, типа. Никто не играет, да-да. Ну, типа... Вообще, конечно. Хорошая реклама. Играет в игры, в которые никто не играет. Офигенно. Так, ну что, осаждаем. Тут у нас очень сильные враги, на самом деле. Мощность защиты от сооружения зависит, а не от населения. Да я знаю, знаю. Но у него тут все, видишь, есть. И магические усилители, столбы отваги, и катапульты, и вообще что только. Что только душе угодно. Я не говорю сейчас про то. Я просто сказал, что город очень хороший. Нас минимум 2. Отлично. Дай 5. Нас, считай, уже банда. Age of Wonders в топ стима вообще-то ушла. По продажам. А сейчас у меня 8 тысяч человек играет. Но вообще для стратегии такого типа это очень много, я считаю. Это прям очень много. Ну что, нападаем. Сейчас заколдуем плодовитость. Почти прошел 4-й Age of Wonders. Первый свои четверочка пантеон сделал. О, прикольно. Да, у нас собрались избранные, короче. Призывают на выбранную клетку случайного воина. Да и вообще-то я Darkest Dungeon 2 почти прошел тоже. Че, у него тоже никто не играет, что ли? Dragon Age, ну, я не знаю, Ведьмаков, всяких, блин. Короче, капец странно. Ну, один раз по заказу постримил, блин, да, этот, Fire Emblem. Че теперь, играю в игры, которые никто не играет, что ли? Так, чар для воинов. Получит эффект Не, нам нельзя, кстати, верными делать их, потому что тогда урон у тех статуй будет просто сокрушительный. Призыв пожирателей хаоса.
Они, кстати, стреляют, если кто не знает, вроде. Да, разряды хаоса фигачат. Но у чуваков-ангелов резист к огню. Не смотри на микространности, которые возникают. Имею в виду перевод или иногда склонение. Ой, да мне-то вообще пофиг на это все. Несмотря, да, несмотря. Знак хранителя еще не воскрешение дает же. Да, дает воскрешение, я знаю, но, блин. Это плохо. Тем более это надо каждый раз бафать. Тем более это чары для воинов, то есть на одного чувака всего лишь забафал и все. А, нет, это на воинов, а у меня 0 миликов, я же сказал. Точно, я забыл. Я же вам говорю, у меня в армии ни одного милика нет. У меня одни лучники, у меня тупо одни лучники вообще. Да, да, ну смотри, Ньюлаймер, ты видишь, сколько там у меня милишников? Видишь, ни одного тут нет. Это для копейщиков и для мечников этот навык. Ну, вот этот знак хранителя. Иной, здоров. Игра топовая, я думаю, стратегия года. Я точно считаю, что это стратегия года. Но ничего не выйдет даже близко. Я через природу играл, это просто имба. Да тут все имба, ребят. Вы говорите одно имба, но тут все имба. Сбор ополчения для первого ранга только. Мне это не надо. Я вот, типа, возьму просто, чтобы быстрее выучить. Потому что один ход, чтобы новое делать заклинание. Да, да, будет же один ход, все верно. А, призывает на выбор, ну все, видите. Выучили, считай. Spartans! What is your profession? Что это говорит? Здорово, Дрю. Это в игры, где можно никнеймы забивать персонажей. Кстати, кстати, почему бы и нет? Сэр Дрю. А почему бы и нет? Чего мы тупили-то, кстати? Сэр Дрю Яростный. Нормально будет тебе? Сэр Дрю Яростный. Сэр Дрю Яростный. И можно еще внешку, кстати, тебе сделать, какую хочешь. Извини, что ты крыса, как бы. Красивенько! Или тебе такую оставить? Можно шлем, конечно, поменять. Сам можешь выбрать вообще, что хочешь. Но мы играем просто за крыс, не обессудь. Вот он, вот прекрасно выглядит, мне кажется. Спасибочки за фоллоу. Шпа? Скажи, как правильно читать никнейм, если что. Добро пожаловать, будь как дом, приятного просмотра. Все, такой вот у нас будет. Дрю Яростный. Великолепно выглядишь, великолепно. Так, ну что, осада. Почему? Поехали нападать, что происходит? Автобитва... Скорее всего, просто в ноль их раскатает, да? Но если что, мы подсобим. Дрю Яростный. Ну, вообще, это для всяких вот Darkest Dungeon мы играем, где типа герой... Ну, здесь тоже работает. Краб, говорит. А, Кукраб. Ник просто занят был. Добавил букв. Краб, все, окей, я понял. Ты играешь тоже в Age of Wonders? Или что занесло тебя на наш канал, на нашу таверну? Да, автобой долго думает. Он говорит, с какого хера у него одни лучники? Мы, естественно, теряем... О, кстати, странно получилось. Повторить надо, конечно. Я не приемлю потери, если их можно избежать. А вы? Мы знаем, что эти чуваки могут до нас добраться в один ход, да? И они могут это сделать прямо сейчас, кстати, если бахнут. И убить мои первые, да, вот. Они так и сделают. Но вот тут невозможно, получается. А, ну возможно, я сейчас резну его просто и все. Правильно? Правильно. Просто резну сейчас и все. Башня. Давай, до свидания. О, тут хорошо встали, кстати. Молодцы. Одобряю. Башня, давай, до свидания. Эти аж скатились куда-то со стены. Так, значит, тут наш друг был. Вы его не видели случайно? Блин, хотелось бы, конечно, другое что-то использовать. Воскрешение.
Башни при осаде можно уничтожить, их не будет. Ты имеешь в виду проект к осадности? Как я сделал, он половину только уничтожает башни. Там же написано. Ну, может быть, есть какой-то другой осадный проект, который всех уничтожает. А мы плодовитость, кстати, не заюзали. Занесло по рекомендации. Позырь, что у тебя тут за шпилево. О, шпилево у меня такое. Ух, закачаешься. Такое шпилево. Всем шпилевым шпилево. Ну, мы играем, правда, не самые популярные игры, скажем так. Но однозначно культовые. Есть проект, говорит, у материи, который вообще все башни уничтожает. Землетрясение. А, ну я к не дошел, я же не дошел до него. Да, вот этот чувак считается самым сложным врагом. Паркс, приветствую. А, он потому что бьет ваншотом. То есть 27-27. Он, по сути, убивает любую цель. И вот этот чувак и сплэшем бьет. Блин, чуть-чуть не хватает. Критуйте. А, отражение из-за стен. Все разнесло в дробоган. Блин, красивое разрушение, кстати, да? Так все падает, классно. Все нахрен разнесли. Блин, так-то надо вот это бить, по идее. Блин, что-то там реально все сломалось нахрен. Жесть, какими-то херачит просто, я не знаю. А, если в такие жанры играешь, тебе бы... Кто пошел? Стелька? Стелларис? А, не то чтобы в такие, я в разные играю. Я играю-то в разные. Блин, тут все сходили, да, уже? Нам не хватило ДПС. Нам надо однозначно убить вот этих чуваков, прям, во что бы то ни стало. Скорее всего, придется героям тогда выходить. Жалко, что сам герой не стреляет. Вот этих, конечно, тоже жалко. Они бахнут очень сильно, но они хотя бы в упор к нам не подойдут, а это значит, что мы сможем отбиться от них. Так, вот здесь, да, еще? И видите, как много отрядов у нас с другой стороны. Тут мы воскрешали, ходить не можем. Реснутый отряд тоже ходить не может, только бить. Ну и ладно. Ничего страшного. А, это вообще в центре у нас самый слабый отряд стоит, блин. Не повезло, так не повезло. Ах, блин, шотнули, прикиньте. Так лагает все. Это 5 FPS у меня было. Светоч добей этого, он жахнет по всем. Я знаю, что сжахнет, я еще раз говорю. Что вот вам, как я его добью? Никак не добью. Выгоднее было вот этого добить, чувака, главного. Да, эти ударят по всем, но они не убьют никого, видишь. Дуб, Дапси, приветствую. Как бы не ваншотнут, и то хорошо. Уязвимость к яду, говорил. И яд, говорит, не сработал. Ну почему не сработал? Смотри. Отравление и разлагается. Разлагается, значит, он хилиться не может. Это очень хорошо. Но отравление просто работает. Ну дымак-то наносится больше. Смотри, видишь уязвимость? Минус 4 к яду. И минус 4 к холоду. А у меня как раз оружие яд-холод. Потому что я вот так вот сделал. Стрелял сколько раз, яд не сработал, яд не сработал, яд не сработал. Да он не сработал сам по себе яд, потому что есть шанс на... Ты не понял.
Смотри, есть яд отравления, конкретно дебаф, который наносит 8 урона раз в раунд. Вот это называется яд не сработал, если бы его не было. А есть просто урон ядом дополнительный. Понимаешь? Смотри, на то, чтобы прошел яд, нужно вот это сопротивление преодолеть. Сопротивление эффектом. А на то, чтобы нанести урон ядом, вот это работает. Эффект от яда уязвимости. То есть, нанося урон ядом, я буду больше дамажить, но проходя вот это сопротивление большое, видишь, 11, сам яд может не наложиться. То есть, это два разных эффекта. О, смекаешь? Ну ничего, я вот пишу книги, которые никто не читает. Записываю музыку, которую никто не слушает. Ну и что, ты же делаешь, что хочешь, как бы. Тебя же никто не заставляет это делать. Тут вот что самое главное, это мне кажется. Как бы... Как-то так, наверное. А вдруг его заставляет? Блин, ну если заставляет, да. Тут тогда есть проблемки. Ты нам маякни, там, моргни, там, я не знаю, если тебя заставляют. Да-да, 39 раз. Вот, там, что-то отравление не действует, да, ты имеешь в виду? Ну, вот оно, возможно, не действует, потому что оно уже на цели висит. Смотрите, сколько дебафов при выстреле. А знаете, в чем прикол? Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот дебаф у него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дебафов. А теперь смотрите, какая есть интересная штука. Какая интересная есть штука. Читаем. 10% к наносимому урону за каждый отрицательный эффект, действующий на цель. Может суммироваться до 3 раз. Но 30% урона, короче, тупо. Схода вообще. Это мы еще плодовитость не взяли, затупил, блин. То есть вы представляете, какой тут вообще бонус? Это чуваки первого ранга, если что. Это первого ранга лучника вообще, который вот... Вот просто самый первый, который был. Он чуть не снес тир 5 юнита вообще. Ван Гог тоже при жизни был непризнанным и умер в бедности. Хотя сейчас... Ну а ему как бы не пофиг ли, какой он умер. Я, допустим, не верю в то, что там после смерти какая-то херня происходит тогда. Извините, пожалуйста. Но мне кажется, это дресня это все. Ты как бы сейчас живешь, и тебе сейчас тяжело или легко жить. А то, что там... когда-то в загробной жизни будет или после нее. Вот я так вижу. А вы? Поговорим о жизни после смерти. Вы верите в ее существо? Блин, мне надо, по сути, вот этого чока похилить. Но если что, если его убьют, мы воскресим, да? Загробная жизнь очень хорошо, поэтому оттуда никто не возвращается. Классно сказал. Бам, бум, бам, бам. Разлагается слабость, смерть. В общем, пипец, короче. Потому что чутка позже схема уклонения от налогов придумали. Да, вот так вот. XCOM сложнее. Так, в загробной жизни. Так это было. Ну, я все прочитал, ничего себе. Бывает ведь такое, а? Веришь, не веришь, нет разницы. Все равно это не проверить, к сожалению, никак. Так, вот именно. Еще и подхилить, кстати, могу. Вообще восхитительно. Ну вот работать на будущее, конечно, хорошо, если у тебя потомки есть. Ну не знаю, мне лично все равно. Потомок сам пусть там пытается как-то. Я не знаю. Ну типа есть возможность, да, оставляешь. Ну типа чтобы работать, жить ради того, чтобы кому-то потом было хорошо. Ну не знаю. У тебя твоя жизнь, твое вообще все. Не то чтобы я какая-то скотина там, но просто ну, твоя жизнь, живи ее. Другой человек будет свою жизнь жить. Я так размышляю.
Слушайте, мы как-то его аннигилировали, не находите? Прям вот. Прям вот как-то сильно. Так, у меня все качано, и дальность. Если только ты... Ну, тут, понимаешь, какая фигня. Если ты берешь, смотри, давай как вот размышлять. Ты можешь взять плюс дальность от высших, да, допустим, эльфов. У них будет максимальная дальность, супер урон и так далее. Но ты лишаешься 20% урона по ослабленным целям, которые дает тьма. А 20% урона от тьмы, это тоже тебе не хупры-мухры. Так что выбирай, либо плюс урон... Ну, либо не плюс урон. Как-то так. А можно и нет. Тиму это строит. А, подожди. Да! Ничего себе. Можно ведь правда взять тьму высших. Офигеть, офигеть. Это же будет вообще какая-то лука-пушка. Ты можешь вот тут тогда стоять и побеждать просто на осаде. Вообще ничего не делать. Блин, реально можно. Ты прав. Высших эльфов тьмы, прикиньте. Ох, это да. Это даже звучит круто, на самом деле. Высшие эльфы тьмы. Потрясающе. Но это, знаете, темные эльфы, получается. Я специально подошел сюда, потому что у меня, когда рядом стоишь, плюс 10% вероятность крита. Сначала подвел юнита, который в любом случае не достанет, чтобы обеспечить себе крит, но крита не было. В смысле, он достает? Да, он может стрелять. А, он может стен. Лайфхак наш. Ух ты ж, ё-моё, какая имба, господи. Прикиньте, когда ты берешь самонаводящийся выстрел, который дает 30% шанс нанести дополнительные цели урон рядом, ты можешь бомбить стены, и урон будет улетать в цель, которую ты не достаешь. Блять, это имба какая-то, чё я... Стреляй по стенам, убивай тем, кто в защите стоит. Боже, нихера себе. Жесть. Не, реально жесть. Это какой рейндж получается стрельбы там вообще? Пипец. Они-то до тебя никогда не достанут. Играть за зло, говорит, пробужденные. С чистым злом, говорит. В начале боя сразу все будут пробужденные. Че, реально? Так смотри, это нормальная комба. Ты берешь, допустим, сразу тьму делаешь себе. Ну, то есть высших эльфов строй. Сразу тьму, чтобы у тебя мировоззрение было отрицательное. Блин, офигенно. Я прям хочу попробовать даже как-нибудь без стрима поиграю. Звучит очень круто, конечно. Ну, так написано в описании высших, в зависимости от... Ну, я понял, я и говорю, звучит классно. Так, у нас Дрю этот... Дрю достойнейший из героев левел получил. Дрю яростный. Так, а до 9 ты уже все. Получается, качаешь теперь силу свою богатырскую. Ну что, со сферой тебя оставить? Будешь волшебником нашим? Почему нет? Хотя у нас все лучники. Ты-то добряк, ты даже крыс дружелюбным не сделал. Ну блин, я же не знал. Ну точнее, как не знал, я так хочу отыграть. Что хотел, то и сделал. Лайфхакчик. Да, это шикарно. Правда, надо было писать. Кстати, у нас идет конкурс клипов, ребят. Подробнее можете узнать по восклицательный знак клип. Вы можете смотреть стримы, при этом заработать 1000 деревянных. Все рады, все довольны, как говорится. Почему бы и нет? Для этого всего лишь нужно сделать интересный клип. Лучникам нужен танк. Ну, как видишь, я без танков играю. Потому что... Когда лучника 2-3, да, лучникам нужен танк. Но когда лучников 23, то как-то никто не доходит. Как, ну, сами видите, ну, блин. Голем-помощник хорош, но он первый левел. Типа, он же очень слабый. Я вообще не вижу смысла. Только управлять дополнительным деньгом. Я понял про что-то, но не знаю.
Ледяное оружие дополнительно даст мне урон? А, это только в милишне. Ну да, это милишки. Тут просто есть тема офигенная. Перезаряжает все способности и позволяет снова использовать способности. И самый прикол в том, что ты можешь два раза воскрешение заюзать, чат. Прикиньте. Хотя, ну да. Но подожди, ты же юзаешь воскрешение, как ты можешь? А, нет, ты можешь элементаля второй раз вызвать, ты можешь дополнительный ход второй раз дать. А, о, точно, блин, кайф, все, беру стопудово, это вообще must have, это реально прям бомба. Это ты можешь, чувак, три раза сходить, прикиньте. Ого. Он дополнительную цель загораживает стрелков. Да, и ты прав, вы правы, ребят. Но, допустим, я хочу быстро три раза стрельнуть, чтобы мне вообще не понадобилось там загораживать кого-то. С хорошей дальностью стрельбы как бы цель вынуждена к тебе подходить, понимаете? Плюс я ставлю корни в большинстве случаев. Но сейчас вот тут глушитель заклинаний был неудачно вообще сложился. Корни закрывают проход ко мне. И плюс я вызываю элементалей всеми персонажами. Так, магическое искусство. Игнорирует сопротивление. Наносит выбранному персонажу и воинам поблизости урон. Нафиг молния, у него резист молния. Возьму. Что я там взял? Сопротивляемость. Поживучее, что быть. Ладно, мне очень нравится, что в этой игре каждый может свое вообще выбирать, что хочет, и все круто. Офигенно же. Просто офигенно. Так, стрельба из лука один у него, да? Стрельба из лука 2. Здесь к урону и точности. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. 80% урон дает. Да, но я не бью магию. Вот в чем прикол. Я саппорт. У меня, если бы маг был герой, ну, прям дымажный, тогда да. Но у меня персонаж исключительно поддержкой занимается. Воскрешает, бафает всех. Самона вызывает. Сделать захваченный город вассальным. Разрушить, присоединить хочу. Встреча с враждебным правителем. Онмар Сейдрала никогда не откажется от своей независимости. Мы не уступим никому, кто угрожает нашему свободному городу. Даже матери земли вроде вас. Захватчики, лазутчики и грабители станут удобрением для наших полей. Ну ты, конечно, зря. Я тебе не хотел зла. Ангел Орк, аскет в этой игре, можно все, ты не поверишь. В прямом смысле. Я сделал из тьмы добрых чуваков из этой вот демонессы. Прикинь? Добрячков. И я их еще и благословил, короче, и... Как это? Помазанный народ из них сделал, ангельский. Жесть вообще. Перевоспитал, получается. Я очень старался, но почти не получается, но чуть-чуть выходим вроде в плюс. 15 добра. Ага. За Долоран! За Долоран, как? Да за Долоран! Так, чуть-чуть осталось до финала, да? Город, значит, захваченный город вассам нет. Мда, реклама Бургер Кинга в Твиче это просто говно. А, возможно, с гитарой, здоров. Я, кстати, ее не видел. А что, кто-то еще сидит без этого, что ли? За реклама блочка, блок. Заливает, как красиво поет. Крылья баклана. За Пандарию! Ничего себе, вы что там? Халявные баллы канала где-то понадыбали, что ли? Взломали банк с баллами канала? Или что? Ограбили. Плодовитость опять забыл. Ты красавчик, Андрюха, вообще. Сразу видно, тезка. Сейчас заюзаем. А кто там юзает магическую победу? У меня юзает магическую победу, а этот вот. Яка. Пиромант Яка. Адское пламя, видишь, ад на землю наступает. Все мрачно, красно. Так, Шира, снежная кровь, корень хаоса. Теряет? Ой, тут что-то наступает на нее. Враги, ничего себе. Это наши враги, кстати. А, это наши союзники. Лол.
Замнали! Шира. А, Шира это наоборот враг. То есть наши атакуют, в принципе, нормально. Хорош. Плодовитость. Ну, сейчас будет вообще жесть, ребят. Еще плюс 20% урона. Прикиньте вообще. 20% урона это вообще не херня. Особенно с учетом того, сколько у нас уже всего. Так, стоп. Лучникам-то дает. Откуда это? Кто вообще? А, это же на все. Еще и на форшу крепкий узел. Только я не знаю, а как на нее будет это работать вообще? Ну-ка, дайте кое-что проверю. Форша. Я просто хочу проверить. Она же одна в стеке, хоть как. Герой один в стеке, правильно? Ничего не изменить. У меня выстрел 3 раза по 14-4. Я не жал, а так я сапог нажал. Запомни, 14-4. А, знаете, что надо сделать? Ну-ка. Сейчас. Лавку паука. И что не добавляется урон? А, урон не дает, блин. Понял. Просто шанс отравить. Я думал, будет урон ядом. Тогда ладно. 14-4, запомнили? 14-4. А вы знаете, почему нас не переводали? Потому что мы банда! Так и есть, да. Просто на одну, на одного юнита как плодовитость-то? Она же увеличивает число юнитов, типа. Больше воинов в отряде, плюс 20 урона. Или просто плюс 20 урона, блядь. Они крысюки такие маленькие стали. Блин, жесть. Поменьше ростом станут? Блин. А? Реально малявка стала такая. Руки здоровые остались. Че за прикол? Жесть, мутант. Ну зато урон, смотрите, как вырос офигенно. Было 14, стало 17 x 5. Это не 20%. Плюс 3, 1. Это больше, чем 20%. Блин, реально жесть. Блин, какие у него руки мощные. Скал! Скал! Ладно, хоть так сделаем. 14 плюс 20%. Да, все нормально, да? А, ну все. Округление просто в большую сторону, понял. Значит, классно. Это замечательно. И мне нравится, что он дополнительный тоже. Руки, говорит, плодовитые, сразу видно. Да, плодовитые руки. Так, город захватываем. Заселить гадкими тиранами. Минус 20 опять, блин. Своими из-за того, что... Вот эти чуваки еще на пути, блин, встали. А мы хоть отхилились, кстати, да. Блин, нет, нифига не отхилились. Надо на свою территорию идти. Че, его тоже захватывать, что ли? Я вообще-то не хотел их бить, на самом деле. Пять ходов еще тут тусить, блин, капец. Потому что она лучница, вот руки мощные. Кстати, да. Да, согласен. Так, что нам надо? Стопудово анагры. Где тут башня-то у нее? А, у нее тут ничего нет вообще. Три хода. Ну-ка, будет два, если вот это сделать. Ой, три хода сейчас тут тусить еще. Ну ладно, пока поизучаем чего-нибудь такого. Беру то, что быстро качается. Так, плодовито сделали. Сколько теперь у этих чуваков урона вообще? Мне надо элитные. Элитные. А у меня ни одного элитного бегуна даже нет. У меня армия еще и бомжей, кстати.
Так они же на максимальной прокачке еще будут дальше стрелять, да? Точно. Медаль «Орлиный глаз» будет. Блин, мне надо докачивать их. Еще чемпиона надо взять и легенд... Ой, не скоро, короче. Забей вообще. Забей. Она этими руками этих ангельских орков просто задушит вот так вот. Есть, при ранении отрядов у них будет быстрее подтюрен. Да, я знаю, знаю. Но я взял это только потому, что вижу, что моих вроде как не ранят. Если бы я видел, что мы бои проводим с разменом хп друг другу, тогда да. Но как видишь, лучники хп не теряют. Ну, может, 1-2 стека теряют, но когда в общей массе это не имеет значения. Тем более, что самое важное, я заметил. Смотрите, когда ты юзаешь хилку, юниты восстанавливаются. Даже если это временный хп, они воскрешаются как бы в отряде. И урон такой же становится. В книге цвета есть заклинание. На плюс уровень войскам. Да, я его активно юзал. Очень клевая штука, вообще мощь. В книге хаоса есть буст. 30 копну на 3 хода. Тоже видел, да. Мы не дошли до туда. Так, турель теряет корень. А, ну так он теряет, потому что мы захватили город. А, все, он наш, что ли, за один ход? Я вот это город, ребят. Вот это город, смотрите, капец. Нифига тут приросты какие. Мы еще героем. А, нам надо срочно город. Подождите-ка. Авторитет. Где плюс город? Плюс город не хватает. 200 надо авторитета. Два хода ждать. Как Москва. Да, вообще... Кстати, много людей умерло, заметили? Почему? 13, а было 17, когда я его атаковал. Фигово как-то, слушайте. Фигово. Немую завершай встречу сердца природы. Молодец, немую. Молодец, уважуха ей прям. Немую дает, конечно, жару. Все дружные воины ранга 1 получают эффект дополнительной силы. У меня, кстати, есть воины первого ранга. Сердце природы. Немую вообще... О, классно выглядит. Блин, я кайфую с этой игры, ребят. Я не могу перестать наслаждаться. Вот, мне очень нравятся миниатюры. Я в детстве делал миниатюры из моделек, типа там. Ну, в общем, я кайфую вообще от вот такого детального населения мира, когда все меняется под действием твоих изменений, рудников, там каких-то. Природа вот такая дьявольская, да, когда ты там играешь за. Вообще, я просто... И вот смотрите, все отражает суть культуры, которой ты играешь. И вроде бы... Ну вот смотрите, там, у этого везде стоят свои какие-то статуи, там, типа, все ему поклоняются, да? У других там вообще другая фигня. Врата демонов какие-то адские, там, блин, очень потрясающе. Вот просто респект, вот прям, блин, игра... Я вообще не знаю, это топ игра, вот просто топ. Очень красиво все сделано. Оптимизацию надо поправить, конечно. Я думаю, если игра геймплей, ну, это графически переплюнула цивилизацию. Ничего не понял. Если эта игра геймплейна, та графически. Ну да, это новая игра, как бы. Ты сравнишь цивилизацию, сколько лет-то. Ведь новая Цива выглядит, я думаю, что она еще круче будет. Цива, потому что AAA проект, который там очень много в нее вкладывает. Но я не знаю, тут все классно. Я не знаю, мне просто все нравится в этой игре. Вот прям просто все. Я даже не могу ничего придумать, чтобы мне не нравилось. Хотя я хочу, я всегда пытаюсь, ну, как-то что ли посмотреть со всех сторон. А кто делает голосовые команды через восклицательный знак? Давайте, говорит, отсюда, говорит. Вот оно, ебой! Я так говорил, что ли? Заклинание усиления Орды. О, новая книга. Что-то книги прямо щелкаем, как орешки. Что там еще в Орде, кстати, есть интересного? Можно еще стрелок невезения взять, но это урона не дает, как бы. Книга буйства. А тут только на миликов. Мне надо на лучников. Приходится иногда из нее выходить. Самый большой минус игры. Да не, я тоже так-то наигрался, в принципе. Но вот вы мне сейчас сказали про высших эльфов тьмы. Блин, и меня, я аж загорелся. Мне вот эта комбинация супер дальности стрельбы, высшие эльфы тьмы, само вообще
парадоксальность всего. Ну, типа, Дарк Эльфами сыграть такими. Блин, классно. Так, если в новой цивилизации не будет так, как здесь, что регион — это несколько тайтлов, не вижу смысла. Да, наверное. Ты вот любишь лучников? Да, есть такое. Придумай, как просто уволить ненужного героя, не убивая. Вот мы думали, кстати, насчет этого. У тьмы лучше-то один просто бомба. Ну, не знаю. На любителя как бы всем свое нравится. Мне другие нравятся лучники. Мне вот такие луки, типа там с шипами какие-то, не очень нравятся. Так. Воины под действием чар получают 5 боевого духа. Эффект... Так, мне это не надо. Вешаю слабость. Да, слабость. А со слабостью 20% урона. Я и говорю, я поэтому хочу высших эльфов, лучников тьмы. Ну, типа, строй тьмы, высший строй тьмы. Блин, вообще, я хочу быстрее попробовать. Сегодня без стрима буду здесь пробовать. И у них будет дальность сразу, сразу пробуждение, как говорят. Ну, типа, вообще сказали, если у тебя у строя высших будет самая темная мораль, то у тебя пробуждение автоматически будет идти. Тебе не надо будет даже бафы юзать на пробуждение. Поэтому я хочу попробовать. Ты потом-то хоть покажи, что получилось. Не, я только Skyrim показываю свой. Хочешь, покажу Skyrim? Блин, Skyrim еще надо поиграть. Хочу так... Че, я зря модил, что ли? 1200 модов или 1300? Что бы нам такое вкачать? Книга Инквизиции здесь не покать. Ну вот тут есть такие стрелы, да? Но... Да, она может зайти. Дополнительный магический урон магии духа. И не отнимая при этом ничего физического. И 10 к точности стрельбы. Слушайте, может правда взять Инквизицию? Уж пофиг. Меня эти пробуждения все достали. Я хочу, чтобы все пассивно работало. Ну так вот, я и хочу тоже. Я ж тоже и хочу этого, и поэтому придется их злом сделать. Если они максимальное зло, у них пробуждение автоматически, без всяких бафов. А так, да, меня тоже бесит эти пробуждения. Я заколебался контролить их. Как бы да, сильно, но контролить постоянно приходится, а это прям бесит. Заморозь. Ой, я нейтральным стал. Ну и ладно. Нейтральный, знаете ли, не злой. Да? Пойдет. Какие у вас планы на сегодня? Чем будете заниматься? Блин, сегодня спал, получается, в стримерской, в комнате своей, где стримлю, потому что у меня, говорю, что дочка болеет. Жена там с ней, Катюха. Чтобы я не заразился, да? Сижу здесь, короче, в комнате запертый, никуда не выхожу практически. Ну, грустно, конечно, дезмораль такая, еще неудобный диван такой раскладной. Вообще, капец, шея болит, нереально. Ой. Лагает жестко? Где лагает? Да, возможно, лагает.